Основной накерунок деятельности открытого акционерного товариства «Гомельшкло» – выпуск высокоякостного листового шкла великого формата. Сфера применения этой продукции – от будовничих светло-прозрыстых конструкций до конструктивных элементов сучасной мебли. Новая линия закликана поширить этот ассортимент. Могутность новой линии – 8 миллионов квадратных метров шкла в год. Зараз началась его творчесть энергосберегающей продукции. В наступном году будет освоен выпуск мультифункционального и солнцеохранного видов. Освоение новых видов шкла – задача, актуальная не только для одного конкретного предприятия. Зараз больше 90% продукции меркуется накировывать на экспорт, а это уже державные приоритеты. Згодно с проведенным анализом, штогодовая потребность у новых видов шкла в Беларуси складает около 1 300 000 квадратных метров, Украины – до 6 миллионов, России – свыше 20, а причем того 13% гомельского шкла готовы набывать краины Евросоюза. Производя как минимум три компонента – это ламинированное энергоэффективное стекло и полированное стекло, позволяет нам увеличить объемы поставки на внешние рынки. Сегодня объем поставки на внешние рынки 93%. Это действительно высокий уровень работы команды министерства «Гомельстекло». Что тычется поставок гомельского шкла на внутренний рынок, то это так само державная задача. Причем разговор идет сразу об двух программах – импортозамещение и энергосбережение. Уже зараз проектные организации ориентированы на то, как по новых распространениях использовать выключно айчинные материалы. Правительством поставлена задача, чтобы максимально исключить импорт производимого у нас стекла на внутреннем рынке. Соответствующие задачи поставлены проектировщикам, Министерству архитектуры и строительства, чтобы пересмотреть нормы и правила. Бодай, самая актуальная задача для акционерного товариства «Гомельшкло» – снижение себекошту вырабляемой продукции. Высокие цены и несприятная ситуация на сусветных рынках привели до того, что два опошние годы предприятие находилось у складанной финансовой ситуации. Подчас официальных открытия новой линии огучиваются лишьбы. Когда на початку 2015-го себекошт 1 квадратного метра листового шкла складал $2.30, то сегодня это уже 1.64. В наступном году он повинен снизиться еще не один на 10 центов, что становчим чином поплывает на конкурентоздольность продукции. Шляхов несколько: от набытия сыровины по больше низких ценах для снижения объема споживания газу и электроэнергии. Это так само предугледжено реализуемым планом модернизации. Предприятие «Гомельстекло» – энергозависимое предприятие. 40% себестоимости – это затраты по энергетике. Поэтому мини-ТЭС позволит нам вырабатывать за счет температуры отбора, температуры отходящих газов, собственную электроэнергию. И этим самым мы сокращаем свое энергопотребление, энергозатраты. Олег Синтюров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель».